Всем привет! Меня зовут Столбова Григорий, мне 13 лет. У меня есть опыт в съемках, главной роли и второстепенной роли. Из последних моих проектов это «Майя Нулевого», сериал «Фишер». Сейчас я работаю еще в одном проекте, точнее сериал «Юность». И 27 сентября я полечу в киноэкспедицию. Там будет полный метр, и я буду играть роль хулигана. О себе могу рассказать, я позитивный, веселый, душа компании, играю на гитаре, на укулеле, сочиняю свои песни. Я, кстати, сейчас коплю на новый ноутбук, чтобы сочинять прям полноценные песни, писать биты и так далее. Я спортивный, выносливый, я 5 лет занимался профессионально бальными танцами, и я люблю кино. Надеюсь, что увидимся на съемочной площадке. Всем пока!